Звонки начались примерно в 14 часов. Звонил ребенок, но не просил о помощи, а баловался, сообщила главный врач Кустанайской неотложки Ирина Штейгервальд. Звонки поступали на протяжении нескольких часов. Позови помочила быстрейше. Мои родители уже на третьем этаже. Все как зайдут, отпинают меня. Это с дружками бухают. Что, издевайтесь. Этаж какой? Сейчас, минуту. Алло. Алло. Да-да, мы тебя слушаем. Да-да, мы тебя слушаем, говори. Я боюсь, что это за вид придурить, я сейчас хуже будет. Мальчик, ты понимаешь, что ты звонишь в скорую помощь? Я это позвоню. Уговоры прекратить безобразие не помогли. Ребенок продолжил хулиганить. Он с мобильного телефона за несколько часов дозвонился на все линии номера 103. А где-то в это время человек не может до нас дозвониться. Уважаемые родители, вы летние каникулы, будьте внимательны к своим детям. Имейте в виду, что данное телефонное баловство – это не просто шалость, оно несет за собой достаточно серьезное наказание. Пожалуйста, обращайте внимание на то, чем заняты ваши дети. Руководитель станции скорой помощи обратилась в полицию. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Кустанайской области, заявление от медиков по факту хулиганских действий ребенка было принято. Осуществляется проверка данного обращения, ведутся поиски звонившего.